Приветище, это Супраленд, и мы продолжаем разгадывать здешние загадки. В прошлой серии мы гнались за одним воришкой, который украл 50 шестеренок, а может быть и больше, мы этого не знаем. И говорят, что он где-то прячется здесь. Что ж, попробуем проникнуть в этот зеленый домик. Тут есть какая-то лазеечка. Я тут уже пробежался, посмотрел, провел разведочку. Сейчас поднимемся наверх. А тут... Ага. Тут нам нужен зеленый шарик. Что-то мы там открыли. Нифига себе, там решетки. Похоже на тюрягу какую-то, слушай. Как все тут серьезно. Ой. Не хотел шуметь. Надеюсь, меня не услышали. Так. Пойдем-ка спустимся. Любопытно узнать, на что сработал шарик. Нет, здесь ничего не открылось. Дело в том, что мы можем тут открыть и залезть наверх. А может и не залезем. Давай-ка я уберу снаряд и посмотрим, что произойдет. А, все понятно. Смотри, вон там, где решетки, там заслон деревянный появляется. Все ясно, хорошо. Финишная прямая. Что-то... Опа, знакомый чиж. 8 таких чуваков нашли. Вон там бегун, кстати, стоит, смотри-ка. Пойдем-ка к нему спустимся. Неужели в этот раз мы с тобой снова побегаем? Помести свой зеленый шар в это кольцо, перед началом. Ну хорошо, вот. И что? Хочешь погоняться за мной, чтобы получить шестеренки? Ну хорошо, тогда тебе нужно прибежать первым вон до тех двух горшков с растениями. А, то есть вон те, да? Вот хитрец, да? Он тогда просек, что у меня есть телепорт-пушка, и специально попросил меня сюда снаряд положить. Но он не знает, что у меня есть вот эта вот штука. Сейчас мы тут подготовимся. Подготовимся, вот так вот. Чё, все, я в принципе готов. Да-да-да, все, погнали, давай. Погнали. На старт. Внимание, марш, побежали. Кто первый, кто первый, кто первый? Надеюсь, я успею. Надеюсь, я успею. О, блин, нифига себе, как он шустрый. Так, деревяшечки, деревяшечки, тут нет деревяшечек. Блин, он все-таки первый будет, походу, да? Вот засранец. А может и не первый? Может и не первый? Ой, застрял. Ай, все, я опоздал. Твою ж налево. Ну как так? Чё-то не подготовился я конкретненько. Уже обратненько побежал. Так, мне нужно добежать до финиша и посмотреть, как бы мне тут что сделать. Слушай, а чё если я ему здесь преграду устрою? Вот так вот сейчас сделаю. По идее, он не сможет пробежать, и должно у меня все получиться. Сейчас попробуем. Кидаем зеленый шарик. На старт! Внимание! Марш! Бежим, 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 бежим! Какой ты скоростной, он, ты сейчас застрянешь! Нифига себе! Нифига себе! Вот это подстава! Я бегу, 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 бегу! Но он все равно первый! Блинский! Блинский! Ну что ж, попыточка номер 3. Сейчас я попробую взаимодействовать двумя пушками. Лазером и телепорт-пушкой. О-хо-хо-хо-хо-хо! Обогнал, обогнал! Наконец-то я это сделал. Ух, как круто, много. Шикардос. Чё, мне хватит? Мне хватит? Нет, мне чуть-чуть не хватает. Мне еще 19 не хватило. Где их достать? Ну что, давай теперь проникать в этот дом. А как это реализовать? Давай залезем на крышу, во-первых, посмотрим. А, там сундук. Блин, сундук там был, но я упал. Еще попыточка. Оп. Залезли, и что же в этом сундучке? Урон вторичной атаки пушки X2. Ну хорошо, теперь наш лазер еще мощнее. Круто. Так, давай подумаем, что мы тут можем сделать. Ну, во-первых, мы можем пробраться туда. Если я сделаю вот так. И вот так. Но это нам не сильно поможет, потому что тут решетки. Хотя... О, вон он! Это было идеальное преступление. Ждуть дождусь, когда они узнают об этом. Ну, вообще-то мы уже узнали, что нас ограбили. Как бы к тебе туда попасть? Может быть... А, нет, так не прокатит. Видишь, когда я пуляю телепорт-снаряд, заслонка сразу закрывается. Слушай, а что будет, если я в него лазером пульну? Ничего, лазер через решетки не может пролететь. Эх, блин. Как быть, что делать? Есть у меня одна идейка. Что, если я попробую открыть? Хо-хо-хо. Все, я сейчас залезу. Я сейчас залезу. Жди меня. Сейчас я проберусь. Так, так, так. Залази. Ах ты ж, блин. Он, видимо, впалил меня. Так, я знаю, что нужно сделать. Я знаю, что нужно сделать. Давай-ка мы, короче, зацепим вот эту дверцу. Вот. А, так не получится, да? А если вот так вот? Так получится? Так получится.
Мне нужно как-то эти двери зацепить так, чтобы она не закрылась. Я думаю, что вот так вот будет нормально. Давай попробуем. Так, залазим. А не можем. По этой лестнице мы не можем подняться. Точнее, можем, но это... Но как дальше-то? Только если... Вот так вот. И... Почти, почти. Я почти был там. Знаешь, что нам нужно? Может быть, по-другому как-то сделать? Как насчет вот такого вот? А? А, как я придумал? Есть! Залез! Попался, негодяй! Сейчас-то я тебя схвачу! Ты никогда не поймаешь меня! Ах, засранец, убежал. Ну ладно, зато шестеренки оставил. Чё, все? Блин, еще 8 шестеренок не хватает. Где же мне их достать-то? Может, он где-то здесь спрятал? Плюмбус? У всех плюмбусы стоят. Хм... Куда он мог спрятать шестеренки? Может, у него тут в комнате тайник есть, а? Как думаешь? Хотя навряд ли, тут все слишком просто. Ладно, уходим. О, смотри, еще шестеренки! Он сбросил за собой след. Так, так, так. Че, все? Отлично. Но у нас есть неразгаданная загадка. Вон там вот. Вот с этими бластерами. Чего тут нужно-то нам? А, кажется, я понял. Я понял. Сейчас, подождите минуточку. Минуточку, надо сделать вот так. Ага. Пуляем туда. Блин. Надо сделать по-другому. Вот так вот. Так, значит, пуляем. Потом оттягиваем эту штуку. Есть контакт. Что там подзарядилось? Бежим сюда. Там дверка открылась, смотри-ка. Сундук и шестереночки. Что в сундуке? Максимум монет... На 1,5 больше. Шикардос. Давай-ка активируем прыг-панель. Куда она нас запрыгнула? Подождите. Это слишком далеко. Нифига себе, что там наверху красное такое? Очень любопытно, интересно. Ну ладно, раз мы сюда прилетели, то пойдем, наверное, делать ракету. Ракета ждет меня. Господа ученые, у меня все готово, я все принес. Сейчас я все это вкину сюда. Вот так вот. Ну что, надеюсь, что на этот раз все должно сработать. Посмотрим. Так, шансы у нас выросли, причем значительно. Ну, тогда предлагаю запускаться завтра утром. Да чтоб мой шлюз развалился, да как так-то, третья ракета и катастрофа снова. Обалдеть. Ну ты видел, там, короче, пацан стоит и он прям специально портит мои ракеты, я понял, это кара небесная, ну то есть пацанская. Кара пацанская. Как нам быть, как бы нам обмануть пацана? Пойду опять принцессе докладывать. Сейчас профессора будут рвать волосы, которых у них нет на голове. Нет больше ракетам. Нет больше исследованиям. Протесты. Я понял. Все негодуют то, что падают ракеты. Они очень обеспокоены этим. И там панк еще стоит. Блин, он сейчас меня втащит, наверное. Я опять возле его дома, наверное, пролетел. Но я не в курсе, ребят, как мне обойти эту толпу. Я не хочу с ними связываться. Вообще. Вообще не хочу. Вообще, вообще, вообще. Я вот так вот сделаю. Ребята, извините, я не хотел. Надо щемиться. Там, кстати, магазинчик, по-моему, стоит, нет? Или это полицейский? Ох, вот этот попадос. Блин. О, кстати, я могу открыть вон те решетки, смотри-ка. Не зря я сюда залез. Так, как мне это сделать сейчас? Вот. Чё мы тут сейчас получим? Удачненько я слазил. Максимум здоровья плюс 5. Ну, хорошо, это хорошо. Так, а, они смотрят на меня, смотри. Они повернулись сюда. Блин, они следят. Это нехорошо. Пойду-ка я к принцессе. Может, она разрулит ситуэйшн? Вот же ж, блин, а как мне теперь туда попасть? Тут даже нет прыг-панели, которая ранее тут была.
чтобы запустить вот эту прэк-панель, которой здесь уже нету. Капец. Вот это я встрял. Я теперь, походу, до принцессы вообще не дойду. Папанос, папанос. Но зато я могу сделать вот так вот. Призываем нашего монстрика. И сейчас надо взорвать его лучи. Во! Во, двери открыли. Это, конечно, круто. Чё, воу? Ты сюда хотел пройти? Ну, ты прошел. О, опасно. Сейчас я его расщеплю. Все, нет, у нас больше скелетонов. Вау. Чё ты так удивляешься? Подожди, нам нужно сейчас... А, тут теперь нету еще и деревяшечки, чтобы электричество провести. Капец. Слушай, я тут вспомнил вам про тот переключатель. Что, если мы с тобой его сейчас используем? Вот таким вот образом. Мне нужно дерево. Мне нужно дерево. Есть тут дерево? Вот, есть дерево. Вот так вот цепляем. Должно получиться. Итак, проводим тест номер один. Погнали. Что-то не получилось. Подождите, подождите. Ага. Есть контакт. Что-то открылось. Пойдем посмотрим, что же это. Вот оно ведет вот сюда. Ух ты! Что это такое? Золотой модуль силового луча. Золотой! Походу, мне все-таки придется прийти к протестующим. Ребят, вы сильно не злитесь, не бейте меня, а? Ого. Кстати, они мне вроде бы ничего даже не делают. Ну, слава богу. И панки вроде не против, что я тут брожу. А где их главарь? Где главный панк? Куда-то смылся. А тут у нас что? Он продает маленькие ракетки. Ну, в смысле, не теннисные ракетки, а ракеты. Маленькие, миниатюрные. Можно у вас купить ракету? Купите ракету себе и своим малышам. Слушай, а пойдем-ка спустимся вот сюда в подвальчик и посмотрим, что я могу сделать здесь. Возможно, возможно. На, какой силовой луч? Тут же лазер нужен. Во! Вот так. Отлично. Шикарно, мы нашли проход. Нашли проход, но мы не знаем, куда он нас приведет. Сейчас будем... О, а тут тупик, слушай. Или не тупик? Это кажется. А, вон туда нам нужно. Сейчас залезем. Не вопрос. С моим-то инструментом... Опа. С моим-то инструментом я залезу куда угодно. Забираемся наверх. И тут тоже косточки. И все? Больше тут ничего нет? Это несерьезно, ребят. Капец, как несерьезно. Я уверен, что здесь должно быть что-то еще. Капец, такое огромное помещение для двух косточек. Всю интригу поломали. Парни, там ничего нет. Это пустышка. Расходимся. Я вспомнил, для чего нам нужен золотой силовой луч. Ё-моё, он же может сделать вот так. Капец, до меня долго доходило. Так, и что? Говорит, что ему бы апгрейдить прыжок, чтобы он выше прыгал. Стой, а если я на тебя запрыгну? Вот так вот. Ты мне поможешь запрыгнуть? А что если я... О, полетел. А куда он, интересно, полетел? Не знаю. Телепортируемся. Хи, здорово. Мы добрались до королевства. Но... Походу, здесь опять двери закрыты, да? Ну да. Другой проход нужен. Здесь уже заколотили. Блин, мы тогда вот тут пролазили, а его заколотили. У меня есть другой вариант туда залезть. Не знаю, получится у меня это или нет. Ну, давай попробуем. Так, ага, я знаю, как это сделать. Я знаю, как это сделать. Просто так. Мостик сделал, и все, красава. О, тут какая-то штука есть. Полезли-ка наверх. А, тут невидимая стена, туда нельзя запрыгнуть. Печальчики. Нифига себе, смотри, что они там отстроили. Пошли быстрее туда смотреть. Какого лешего они там настроили, такое огромное. О, это дом фанатиков, я понял. Я все понял. Смотри, у них уже шапки планеты на голове. Точнее, глобуса. Что ты им тут навтирал, а? Гильдегард говорит, что его последние исследования доказывают, что наш песчаный ящик плоский. И угадай, кто ей верит? Наша королева. О боже, они все хотят доказать королеве, что этот песчаный ящик круглый. Ребят, ну что, как стройка? Как у вас дела? Молодцы, вас уже тут трое. Ну ладно, стройте. О, туда, кстати, можно залезть наверх. Пойдем посмотрим, что там у нас наверху. Оу. Ну тут будет классно, особенно вид классный. Вон там что-то лежит. Монетки. Монетки, можно же туда залезть. Если я допрыгну, конечно. А я не допрыгну, потому что... А, нет, я допрыгнул. Значит, я не такой толстый. А тут что у нас? Там внизу еще что-то есть. Отлично, мы добрались до монеток. О, да. Мы на вершине славы. Кстати, глянь-ка, там шестеренка есть.
Значит, делаем вот так. Оп. Падаем сюда. А, тут проход есть. Можно было не париться. Музыка, как будто я нашел тайник века. Ладно, чё, пойдем в город забежим. О, привет, королева. Что-то в этом бизнесе круглой земли захватило их воображение, мне так кажется. Да, ваше величество, и их все больше с каждым днем. Ладно, пойду посмотрю, что у вас там творится в замке. Копа здесь нет? Кстати, коп здесь. О, а вы чё? Путники какие-то. А, не, это эти фанатики. Фанатики земли тут стоят, трутся. Эй, эй, королева ушла, и нужно охранять замок. Так что, если чё, приглядывай, поможешь мне? Поможешь мне? Да не вопрос, конечно же, пригляжу. Пойду там попробую гробницу ее вскрыть. Опа, там кто-то есть. Золотая дверь. Королева не жалеет средств. Ну как мне ее открыть, блин? Полезли-ка наверх. Сейчас. Здрасте. Снова ты, счастливчик. Но я все равно убегу. Ха, сбежал и оставил мне мусор. Точнее, шестереночки. Так, а может быть мне получится открыть эту дверь? Видал? Видал. И у меня хватает денег на силовой куб. Отлично. Обманули воришку. То есть мы круче, чем он теперь. Забираем все шестереночки. Опа. А тут делегация какая-то, слушай. Точнее, полицейский. Здрасте, мадам. Мне кажется, к вам пробрался воришка и украл все золото. Но я тут не при делах. Я только видел его. Все, я пошел. Мне нужно купить силовой куб. Здрасте. Продайте мне его, пожалуйста. Отлично, теперь у нас есть силовой куб, ты только посмотри, как я долго о нем мечтал. Красавчик! О, да. Мы достигли своей цели, теперь у нас полное вооружение. Есть силовой куб, все три бластера, конечно же, наши башмачки, лупачки, так я их называю. В общем, на этом все. Я пошел играться со своим кубиком. А ты не забывай ставить лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан. Ну все, пока, увидимся в следующей серии. Уи, кубики.